президент Кадыров Рамзаны кандидатур. Со мероприятия в Ахахалар в республике президент Зязиков Мурат, Россия президенты Кулбия федерального округа Лярха Викл Козак Дмитрий. В Штатахана президент Алдачуави Ачалдях Кадыров Рамзан Фашилвин Халха регион Халар Алгай республик. Цигирит сюжет. Рамзан, после Украины вы первый регион, который посетили в Ингушетии. Для кого не секрет, что Ингушетии и чинезы даже жили. Мир согласия является российским демократическим народом. Что вы могли сказать о сегодняшнем форуме? Это еще раз доказательство, что мы жили вместе и будем жить вместе. Нас никто не может разделить. Это кто-то придумали, что есть раздельные два республики, Чеченская республика и Ингушская республика. Как мы хотим назовем, но все равно мы братские народы и будем и жили, и будем жить дальше вместе, трудиться во благо народа, во благо Всевышнего. Вот после вашего звания вот, продолжает сотрудничество между двумя республиками, вот, каковы планы касательно сотрудничества с Ингушетией? У нас до этого была встреча с Владом Гребенчиком, я всегда советовался с Владом Гребенчиком, и дальше буду советоваться, потому что он работает с моим отцом, и у нас мы... У нас намерение хотим провести культурные мероприятия, чтобы и как вот наши вот традиционные, как мы жили, наши отцы и деды, вот, и опять поднять на вопрос, и как они жили, и так мы будем жить, как мы жили раньше. Наши деды выносили вердикт, вот, целый год по этому вердикту мы жили. Так мы должны жить в единстве и дружбе, и чтобы и никто не мог посягать на нашу землю, и чтобы ссорить нас или разделить нас. Это главная задача Мурата Магомедовича, и в том числе я буду поддерживать людей, которые он проводит всегда. Ну, здесь вот Рамзан Ахмедович сказал, что он четко определил, что между нами никто не станет. Мы стоим здесь два, да? Вот здесь третий никто не станет. Почему? Потому что все, что мы делаем для того, чтобы вот в нашем регионе, по большому счету, был мир, согласие и добро. Вот я за это последнее время, скажем так, вот за последние 2-3 недели уже много раз был в Чеченской Республике. Рамзан Ахмадович был очень много в Ингушетии. Мы не разделяем, кто там был здесь больше, меньше, все. Но вот когда ты заезжаешь в Грозный, ты видишь, насколько там сегодня люди трудолюбивые, насколько люди там сегодня соскучились по работе. Мне очень не безразлично то, что происходит сегодня на моей братской территории. На братской земле чеченской. Да, Удынич. Диком долдолж. Вы не Мухам Махал. Дала ще дикам удохову.